предложение. Так нервничал. Такой милый. Дать. Мой дорогой профессор Хеменюк, после стольких лет... Ну хватит уже! Почему это место кажется мне таким знакомым? Это же моя старая мастерская. Пожалуйста, поспеши. Неужели ты не видишь, что эта реальность разваливается на части? Надо возвращаться к работе. Это единственный способ выбраться отсюда. Приятно вернуться. Вся зона оцеплена. Наконец-то разобраться с этим делом. Этот ваш план точно сработает, профессор Хеменюк. Зови меня Игорь, и да, он сработает. Вы делаете свою работу, а я свою. Договорились? Старайтесь не высовываться. Только перестрелки нам не хватало. Перестрелки? Ты во что нас втянул, Игорь? У нас нет выбора. Это нужно сделать. Не люблю я загадки, профессор. Но ты тут будешь.
похоже на ту ночную операцию в Сирии. Помнишь, Оливер? Помню. Миша! Миша, ничего не выходит! Нужно отступать быстрее! Давление падает! Спускаемся скорее! Бегом, бегом! Потом ворон будет считать. Игорь, пора! Через заборы в канализацию. Ох, канализация! Прямиком в подземное царство. Это просто дырка в земле, Антон. Ох, как же я чешусь. А вы? Кстати, как тут дела с радиацией? Вроде достаточно времени прошло уже, да? Слушай, не забивай себе голову. Нам нужно сделать дело и уйти отсюда живыми. Сосредоточимся на этом. Игорь, если начнется мясорубка, не высовывайся. Мы со всем разберемся, ладно? Не геройствуй. Без паники, Оливер. Где ты видишь героев? Здесь только отчаявшиеся... Хватит разговоров. После вас... А ты шутник, да? Вот дерьмо. Игорь, ложись. Беги ко входу в канализацию, а мы за тобой. Это точно нужный вход. Я здесь работал. Ты что, забыл? Конечно, я уверен. Игорь. Три... что вы... Тебя не подводят. Ладно, я пойду вперед. Так точно, капитан Оливер. Ты уверен, что эта твоя штука работает, Игорь? У нас сейчас нет времени на лекцию, но она работает. Просто нужно больше чернобылита. Точно. Самое радиоактивное вещество на свете. Так ты его называешь? Он знает, что делает, Антон. Соберись и сосредоточься на задании. Вот увидишь, мы скоро выберемся отсюда и еще поржем над этой историей за кружкой пива. Показатели плохие. Слишком высокий уровень. Нужно выбираться отсюда. Мы не можем его оставить, боже мой! Выпустите меня отсюда! Выпустите! Александр Борисович, кто-то должен открыть вентили вручную. Кому-то придется пойти внутрь. Стоим! Вижу противника. Двое.
Миша, Антон, тот слева твой, а я возьму... Я займусь вторым, Оливер. Ого, поглядите-ка. Ладно, я на твою славу не претендую, но если нас грохнут, я буду очень зол. Что там такое, Игорь? Ладно, Игорь, твой выход. Все по плану. Готов? Пытаюсь получить доступ к терминалу. Если кнопка АЗ-5 еще работает. Игорь. Игорь, не надо! Татьяна? Игорь, ты там уснул, что ли? Время не ждет. Не обращай внимания. Просто устал. Ну ладно. Все нормально? Конечно. Ты делай свою работу, а я буду делать свою. Тогда вперед. К реактору. Бегом. Просто возгорание, не более того. Все под контролем. Реактор...